Саша. Новая жизнь, Роман. Новая жизнь. И что кровь делает? Смывал все старое. Все старое. Все грехи наши. Чтобы снова мы смогли на чистые листа что? Начинать. И когда его кровь очищала нас, мы изменились. Например, никто из нас не любит грязь. Особенно я. Я слежу постоянно за порядком, потому что чистота для меня это что? Здоровье. И мы все знаем, мы умные. Когда у нас волосы грязные, что мы употребляем? Шампунь. А когда одежда грязная, мы используем шампунь? Порошок. А когда туфли грязные, мы используем шампунь или порошок? Крем. А когда у женщины брови грязные, чем она использует вытирать каждый вечер? Салфетки, какие-то лосьон или тони, или что-то типа такого. А когда зубы грязные, шампунь мы используем чистый. Зубная паста. Вы понимаете, ребята? А когда у тебя есть золото или серебро и грязный, чем чистый, чтобы оно стало чистым? Спит или что-то там, масло, что-то там чистит. А когда у тебя ванны грязные, чем вы чистите? Когда посуды грязные. То есть, каждая грязь имеет соответственно свои моющие что? Стрессы. Все, что человек употребляет, он придумал моющие средства. И человек умен, никогда не будет использовать средства для мытья посуды, мыть волосы. Мытья посуды же смывает жир. А волосы тоже жир. А почему ты не ползай? Потому что не соответствует. Вопрос, чем ты будешь смывать свои грехи? Шампунь не смоет твои грехи. А вода еще тем более. Ты можешь купаться в речке Иордании. Ты можешь купаться в океане. Сами чище воды. Но грехи твои не смоешь. Вину твои не смоешь. Представьте, что муж оскорбит жене. И говорит жене, иди в ванну купайся. И свои боли исчезнет. Ну это как? Не получится. Абсурд. Поэтому с чем мы смываем грехи наши на земле нема, но у Бога есть. Только у Бога есть это моющее средство для грехи, для грехов наших. И это называется кровь Иисуса Христа. Не кровь банана, и не кровь курицы. Это кровь Господа Иисуса Христа. Кто-то скажет, это какая-то бред, какая-то чушь. Нет. Попробуй не купаться целый месяц и скажи мне, это бред, что я не буду купаться. Не верь, что шампунь мне поможет. Ты будешь пахнуть ужасно. Попробуй не позвони Бога, чтобы его кровь очистила тебя. Пред Богом ты будешь вонючим грехами твоими и пойдешь в ад. Но когда эта кровь омывает тебя, ты становишься новым человеком, очищенным, омытым. И пред Богом ты будешь, как следующая страница. Какими? Без снега. Так написано. Кровь Христа омывает нас, очищает нас от всякого порока греховного. И мы пред Богом чисты, белы, как снег. Даже чище, чем снега. Аминь. Yeah. Вот что такое белый перед Богом. И когда мы становимся такими, это значит, что нам надо начинать новую жизнь. Писание написано, что тот, кто во Христе, древнее что? Прошел. Прошел. Теперь все новое. Другими словами, все чистое. Твои грехи не могли остановить Бога, очистить тебя
со своей моющей средства, которое называется кровь Иисуса Христа. Аминь. Другими словами, в каждое моющее средство есть сила для удаления грязи. Поэтому, когда ты используешь их, посуда становится чистой. Волосы становятся чистыми. Одежда становится чистой. Ванишь и исчезнет. Или то ли в коврик, то ли пятна, то ли что-то. Они считают, потому что средство есть что? Сила. Так и же есть сила Божия крови Иисуса Христа, которая что? Удаляет всякое пятно греха. Удаляет такая песня. Есть сила, сила чудотворная, крови Христа. Есть сила, сила чудотворная, в драгоценной крови Христа. Покушав суп, жил на белой рубашке, и используя правильное, чищущее, моющее средство, пятно исчезло. Это не чудо. Потому что ты употреблял то, что надо. Так и же, когда твои грехи, ты будешь использовать, призывать Иисуса в твоем сердце, его крови автоматически, что? Очищает тебя. А потому то чудо, потому что это никто не может делать, кроме Иисуса. Это происходит естественно образом. И ты становишься чистым. Вы меня понимаете, да? Да. И когда он чистит тебя, ты уже новый человек. И написано, это новое все от Господа. Ты начинаешь новую жизнь. И тебе надо что? Отождествить себя с семьей Божьей. Ты стал детьми Божьими. Ты уже член его семьи. И ты должен иметь печать, что ты дитя Божье. И что мы делаем? Мы принимаем синий свет, мы принимаем его слово. Водное крещение. Который говорит, мы отождествляем себя с Иисусом Христом в его смерти и воскресенье. Аминь. И мы начинаем что? Жить с Богом. Но вы знаете, этот процесс называется возрождение. Возрождение. Ты возродился. Ты в семье Божьей. Все грехи прощены. Ты чистый. Благодаря крови. Все это черное исчезло. Ты новый человек. Не надо возвращаться назад к этой черной образ жизни. Поэтому написано, кто крал, Божье не кради. Кто обманул, Божье не обманывает. Кто убил, Божье не убивает. Аминь. Не надо вернуться к этому, а надо идти дальше. Дальше что у нас есть? Зеленый. Зеленый это значит, что расти. Расти. Все, что растет в траве, есть жизнь. Это принос жизни, что ты должна что? Расти. Поэтому каждый, кто приходит к Иисусу, написано, если буду веровать и креститься, что? Спасен будет. Кто-то сказал, я крещен, когда я был маленький. Ты когда веровал? Сначала надо веровать, а потом креститься. А ребенок что верит? Во что верит? Мама. Даже иногда не знает, кто такой мама. В то время, когда крестит, даже не знает, кто такой мама. Даже первое слово мама еще не произнесло. Ничего не верит. Ничего не верит и ничего не понимает. Ни одно слово еще не сказал, а креститься. Какое заблуждение? Согласно Писанию, мы сначала что? Исповедуем Христа, а потом что? Креститься. Вы меня понимаете? А потом мы начинаем расти, как ребенок. Растем новая жизнь, благословение и благодать. И когда наша жизнь, как любое дерево, приходит день, когда жизнь закончится,
Мы возвращаемся куда? На небеса. А там написано, даже улица, асфальт это золото. Мы возвращаемся. Там же первоначальное место, состояние. Вот вся наша жизнь. Мы приходим в этом мире. Мы попадаем в греховные обстановки. Мы верим в Христа, кровь Его очищает нас. Мы становимся белее снега. Мы крестимся, отождествляем себе. Это акт отождествления с Богом. Что мы больше не вернемся назад. Мы ставим печать. Мы не вернемся назад. Мы присоединяем церковь. Это обряд церкви. Который говорит, что я верующий. Я человек Христовый. Я иду за Бога до конца. У меня остается только пару шаг. Я начинаю расти. И когда я умру, я не пойду туда, а я пойду снова к Богу. Вот эта маленькая книжка. Это как вся Библия. Вся истина Библии. Мы пытались заложить в эти цвета. Жизнь человека, который здесь расширяет, объясняет Божье. Многие примеры. Но представь твою жизнь, вот оно. Весьма сначала было хорошо, потом темно, кровь Христа, чистый, семейный человек с Богом, отождествление через крещение. Начинаю расти духовно, стать духовным, зрелым, а потом, когда ты умрешь, ты не потерян. Ты возвращаешься обратно к Богу. Вот вся Евангелие. Добрая весть. Ты был грешником, Иисус спас тебя, и Он собрал тебя себе. Поэтому, прежде чем я продолжу, я хочу спросить. Библия говорит, что все люди такие, все грешники. Все. Все грешники. Но кто хочет перейти в следующую страницу в своей жизни, он должен что? Покаяться от всех грехов своих. Чтобы кровь омывала. Только у Бога есть это моющее средство, которое чистит нас от всех грехов. Если ты сегодня здесь, и ты уверен, что все грехи ваши прощены, очищены кровью Иисуса Христа, я прошу тебя, покажи мне Бога. И мы помолимся. Спасибо, спасибо. Кто еще спасибо? И мы помолимся, чтобы Господь Иисус очистил нас своей драгоценной кровью. Аминь. И тогда при Бога я не буду ни виновен, ни в чем. При Бога во Христе все новое. Я чистый. Я новый человек. Аминь. Возможно, мои волосы не будут меняться, тело не будут меняться. Я опять темная кожа, ты такой же розовый. Но сердце, душа очищены от грехов. И когда я умру, это тело называется прах, грязь, вернется откуда? А дух мой, душа моя, вернется туда. На улице, там, где улица сделана, из чего? Золото. Там, где Господь Иисус. Поэтому, если вы хотите, чтобы Бог помог вам перейти оттуда, сюда, чтобы это начало работать, применять и призывать это. Надо покаяться. Путь называется покаяние Бога. Когда мы говорим, Господь, прости меня от всех моих грехов. Как это похоже? Очень просто. Я купил себе моющее средство для посуды. Я поставил кухню. Мы варили, покушали, посуды, умывальники. Скажите, хотя у меня есть моющее средство, посуды помоются. Надо что? Применять. А кто-то должен примирить тарелки с моющим средством. И тогда очищение начинается. Если у меня шампунь в ванне стоит самый пахнущий, или как-то пахнет хорошо, дорогой, и у меня грязные волосы, автоматически волосы не будут мыться. Я должен примерить шампунь
по душу. Терять и смывать. А тогда будет чист. Так и же, я должен верить, что когда я буду покаяться Богу, Его кровь очистит меня от духа моего, души и все, что касается меня. Господь очистит меня полностью. И я буду чистый, как покупавший и вышивший из ванны. Это лучше, чем мистер мускул. Это лучше, чем чистый тайт. И пройти правильно. Вы меня поняли? Да. Хорошо. Еще раз покажите мне руки, те, которые хотят, чтобы Иисус очистил их от всех грехов. Встаньте, пожалуйста. Встаньте. Встаньте. Те, которые хотят. Встаньте. Я буду молиться и просить, чтобы Иисус, во-первых, простил нам все грехи наши. И если ты уверен, что Иисус простит тебя, и ты живешь в грехе сегодня, мы просим, чтобы Иисус нас купал своей кровью, очистил нас своей кровью, чтобы мы изменились навсегда. Давайте закроем наши глаза, чтобы никто нас не отвлекал. Мы будем молиться, обратиться к Господу Иисусу. Положите руку на сердце. Пусть это будет для того, что Господь, я верю в тебя. И тебе я хочу исповедоваться. Не человеку, а тебе, Господь. Как мама учит ребенку говорить, выразить свое желание. Позвольте мне вести вас в эту молитву. Скажите со мной, дорогой Иисус, прости меня от всех грехов моих. Я осознаю, я грешник, я грязен в грехе. Грехи родили меня. И поэтому я прошу тебя, прости меня, очисти меня своей драгоценной кровью. Я только тебе исповедую. Только у тебя есть сила прощать и очищать. Омой меня и сделай меня чистым. Я верю, что ты услышал меня, что ты простил меня, что ты омыл меня драгоценную кровью своей. Иисус, я благодарю тебя, что ты даешь мне возможность начинать жизнь заново. Я благодарю тебя. Прими мою благодарность. Я искренне каюсь и искренне благодарю тебя, что ты умер за мои грехи и воскрес на третий день за моего оправдания. Сейчас я знаю, согласно Писанию, все мои грехи, абсолютно все мои грехи, прощены. И перед глазами Твоим, Господи, я чистый, я белее снега, и благодарю Тебя за это. Слава Тебе, Иисус! С этого дня я посвящаю свою жизнь только Тебе. Научи меня жить по-новому, мыслить по-новому, говорить по-новому, поступать по-новому. Научи меня жить по-настоящему. Благослови меня. И да печаль удалится моей жизни, с моего сердца. С Тобой я больше не буду жить в разочаровании. Я больше не буду жить в печали, потому что Ты мой Бог, Ты мой Отец, Искупитель. Спасибо. Слава Тебе. Научи меня любить, прощать, служить, помогать людям.
Я верю. Твердо верю, что ты меня услышал и поможет мне. Теперь я знаю, я не один, ты со мной. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Аллилуйя! Садитесь, пожалуйста. Это очень важно. Я поздравляю всех вас. Я поздравляю всех вас. Вы не представляете, что произошло сейчас. Вы себе дали не представляете. Согласны Священное Писание, книга Откровения, когда один человек так приходит к Богу искренне и кается в грехов своих, на небеса что-то происходит. Это правда. Хотите знать, что происходит на небеса? Ангели Божьи начинают соликовать, потому что одна душа спасена от ада. Одна душа не пойдет ад. Значит, ад минус один. По математику. Ад кого-то потерял. Небо приобрел. А когда ты приобретаешь что-то драгоценное, что ты делаешь? Ты радуешься. И ангели радуются за нас с вами. И мы радуемся за вас. И как в последней песне пела: Иисус Господь на Чаплина. Теперь Иисус Господь для Самсона. Как вас зовут, дорогая? Лера, Рома, Володя. Иисус Господь не только на города Чаплина, но на жизнь Александра, на Виктора, на Самсона, на Мерсели. А если Иисус Господь, это господствует в моей жизни. А когда Господь господствует в моей жизни, кто будет быть против меня? Другими словами, я теперь надежный. Давайте скажем вместе, я теперь надежный в руках. Аминь. Это то, что дал тысячам, миллионы людей, больше миллионов надежды. Что когда Иисус Христос пришел в нашу землю, Он не пришел, потому что небеса нечем заниматься. Он пришел, чтобы Лера спасать, Самсона спасать, Валентина Андреевна Джан спасать нас всех. Я помню, я делился с Володей, в Полтаве мы приехали, и был